НТВ. Еще одна драка с журналистами НТВ. Мне просто было как бальзам на душу слушать эти цитаты судьи, когда она зачитывала несколько раз. Поставил подпись сам, убеди еще кого-то. Мы должны вместе, мы должны бороться. Спасибо большое. Видите, поддержка людей прямо на улицах встречается. Мы понимаем, почему это произошло. Власть ужасно бесится и страдает, и мучается от того, что наша избирательная кампания настоящая. У нас есть 137 тысяч волонтеров, они работают каждый день. Они не знают, как это остановить, и прибегают к своему вечному, единственному способу. Они пытаются арестовывать людей, они пытаются их штрафовать. Они запугивали сначала вот этими самыми административными арестами. Сейчас они пытаются запугать нас огромными штрафами. Этого не произойдет, мы не испугаемся и будем вести эту кампанию все равно. Штрафуют, будем вести кампанию. Воруют наши листовки, будем вести кампанию. Закрывают штабы, будем вести кампанию. Арестовывают, мы все равно будем вести кампанию, просто потому что мы правы. Правда на нашей стороне, и вот эта вот трусливая абсолютно позиция власти еще раз доказывает, что правда на нашей стороне. Возразить им нечего, но вот они и выставляют такую судью перед собой. Все штрафы потом мы компенсируем из той заработной платы, которую все эти судьи будут получать, находясь в местах лишения свободы. Спасибо большое. Обжаловать будете? Ну, конечно, будем обжаловать, да.